Здравия желаем. Продолжаем, значит, опыты по, значит, источнику тепла в зимнее время. То есть для обеспечения обогрева в зимнее время домов, теплиц, квартир и так далее. Вот вчера еще поработал, вот, попроверял. И удалось, видите, улучшить мощность минимум в два раза. Так как удалось, вчера она мигала. А сегодня вот она не мигает. Горит ровно. Горит ровно. И расхода, видите, расхода нету, как и вчера. Расхода на счетчике нету. Расход нулевой. Хватает ей энергии, как говорится, обратной. Вначале вот чуть-чуть взяла. Вот, видите, от риски чуть отклонилась. И все. Ей хватает светить это бесконечно долго. То есть устранено. Вот она, видно, что светится. Сейчас. Глазком не попаду, вот. В основном свет тепловой идет. В основном свет тепловой. Вот видно. Сейчас солнце в квартире. Сейчас даже прикрою, чтобы было лучше видно вам. Прикрыл маленько свет, прикрыл, то есть ярче видно. То есть на ощупь притронуться невозможно. То есть намного больше энергии, чем вчера, за счет того, что удалось устранить мигание. Применил, сейчас вам скажу. Применил. Так. 19 вольт, 2,4 ампера. Выпрямитель. Если так посчитать, что у лампы на свет идет только 5%, как известно, энергии. То есть, а на тепловое излучение идет 95%. То вот эта фигушка, сейчас вам скажу, берет. Ну, если бы было вот при таком напряжении, она должна была брать со счетчика примерно 10 ватт сматывать при таком напряжении, так? Так как она на 124 ватта, я ее замерял. А тут еще, значит, 10, а оно еще 90% тепловой. То есть помножим 10 на еще на 9. То есть это примерно мощность излучает, значит, энергию 90 ватт. Вот эту тепловую. Световую-то маленькую. То есть притронуться нельзя. Обжигает. Пальцы обжигает. То есть излучение энергии тепловой 90 ватт. Ну так поднесешь, тепло идет. То есть и таких, значит, штук 90 ватт, штук 10, это уже, значит, 10 квадратных метров площади можно утеплить зимой. То есть будем продолжать. Пока вот такие, значит. Но здесь увеличение против вчерашнего где-то
минимум два раза за счет того, что мигания нет. Мигания нет, а также, видите, расхода тока тоже нет. Так как и вчера. Ноль. Расход ноль. Но вчера расход ноль, но было мигание, то что это мигание, значит, получалось через раз как бы. Мгновение оно дает, там секунда или десятая часть секунды дает энергию, тепло, а мгновения нет. А сейчас получается, прогрев идет беспрерывно, где-то примерно 90 ватт тепла. Так КПД у них 5%, 90-95 ватт тепла. В 9-9,5 раз больше. То есть будем продолжать наращивать.